Не так давно я показывал, как я изготовил камень из обычного галыша, камень для заточки. Камушек оказался достаточно мягким и идеально подходит для финишной заточки. Камушек я разместил в такую коробочку. Вот это самый галыш, половинка его. Коробочка из дуба. Подарочный вариант. Будет подарено одному очень хорошему человеку на память. Сейчас я продемонстрирую, как я буду затачивать свой нож для резьбы. Я ложки режу. Ножик тоже готовил самостоятельно. Камушек оказался по маслу у меня. Вот что оказался. Сделаю его по маслу. Излишки уберу. Работаю в перчатках. Все руки, чтобы сберечь. Аккуратненько, не торопясь. Доводим нож. Нож предварительно, естественно, заточен. Это самый последний. Ну, видно, да? Достаточно острый. Так что не стесняйтесь, подбирайте камни на улице, на реке. Делайте сами из них абразивы, и будет вам счастье.